Ну вот, в принципе, господа офицеры, про которых мы будем, да, сейчас говорить, это имеется в виду такая некая кульминация, да, карьерный проект, нет? Я не буду, и мне трудно сказать, что было кульминацией. У меня было несколько песен знаковых. Ну, знаковые, я считаю, когда несколько меняется представление об артисте, и знаковые, когда это становится... Ну, как бы, когда слова из песни становятся частью речи моего народа. Вот так я это определяю. Такие есть слова, таких слов. Когда говорят «мои мысли, мои скакуны», понятно, что это Газманов. Хотя оказалось, что фраза «мои мысли, мои скакуны» – это устойчивая фраза в психиатрических больницах для обозначения шизофрении. Да ладно, серьезно? Кто тебе об этом рассказал? Ну, рассказали врачи. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».